очень горячо будет на экранах. Наша звезда, легендарная Лала Крамаренко, выходит на ковер в невероятно красивом купальнике, образе. Давайте пожелаем ей удачи, послушного предмета, сил. Я всю свою энергию, родная, посылаю тебе. С Богом! Вся страна с тобой. Удачи! Великолепная Лала, Кармина Бурана, Карла Урфа. Друзья, ну вот, вы увидели все сами своими глазами. Почему так сильно весь мир боится российскую художественную гимнастику? Потому что просто выходит Лала Крамаренко на ковер, и все трибуны дрожат. Земля уходит практически из-под ног. У меня мурашки по коже с самой первой секунды. Вот как вот эта невероятная стопа оторвалась от ковра. Ощущение, что я перестала дышать. Это невероятно красиво, это невероятно сложно. И такую сложность, такие эмоции, такую энергию повторить или даже хоть как-то к ней приблизиться, но это просто, наверное, невозможно. Поэтому я очень горжусь Лалой. Спасибо Ирине Александровне, что воспитывает таких уникальных и гениальных спортсменок. Очень переживала Ирина Александровна. Вы видели ее в окошке на нашей картинке. Она также не меньше переживала.